Здравствуйте, с вами, как всегда, бизнес-философ, и сегодня я готов подрывать пуканы. А дело в чем? Дело в том, что мы будем говорить про один сервис, наверняка про который будет очень много вопросов и споров. Дело в том, что я сам всегда был противник подобных сервисов, и, кстати, до сих пор я их противник, но тем не менее я прекрасно осознаю тот факт, что есть люди, которые хотят получить волшебную кнопку и не хотят ничего изучать. Они не хотят влазить в дебри, связанные с ботами, они не хотят вникать в разные тонкости трейдинга, ну и так далее. И что таким людям делать, если они все равно хотят торговать на рынке или хотят испытать себя, скажем так, или хотят инвестировать? Что таким людям делать? Посыпать голову пеплом и говорить: «Все, я ничего не могу»? Или все-таки попытаться где-то вложить все-таки свои деньги и что-то заработать? Сразу скажу, забегая вперед, что, говоря про торговлю ботами, нельзя исключать человеческий фактор. То есть все очень хорошо, за вас это все торгует, все супер, но если вы вообще не будете подключать голову, то рано или поздно вы все равно все сольете. Дело в том, что ни один бот вообще в мире, ни один бот не рассчитан на то, чтобы постоянно торговать в плюс. Рынок, он непредсказуем. Рынок постоянно меняется, рынок очень сильно зависит от психологии, причем еще и от социальной психологии, не только индивидуальной. И это роботы никак не могут просчитать. А вы, наблюдая за рынком, наблюдая за тенденциями, можете как-то это дело корректировать. Поэтому я советую вам все-таки включать голову, и если вы сюда влазите, то все-таки с умом это делать. Как это делать с умом, про это я буду еще рассказывать, и для этого я как раз все-таки решил, я обычно делаю клуб инвесторов для хайповых проектов, а это не хайп. И в данном случае тут есть много тонкостей, которые я считаю, что надо озвучивать. Здесь есть и тонкости работы с ботами, и тонкости отслеживания рынка и так далее. Поэтому я решил все-таки сделать клуб инвесторов именно для этого проекта тоже. Тем более, что этот проект позволяет заработать не только на торгую на ботах, но и рифоводов. В данном случае, если я делаю клуб инвесторов, то я должен зарабатывать как рифовод. Но я считаю, что это справедливо. А вы свое мнение можете, конечно, высказать в комментариях. Итак, давайте регистрироваться, я вам покажу, что внутри, и почему все-таки действительно это не развод, тоже я вам покажу. Потому что очень много таких сервисов разводящих, дофига. Так, сейчас я перейду по рефссылке того человека, который смог мне объяснить, ответить на те вопросы, на которые я так и не мог найти ответа. И в качестве благодарности, конечно, я обязательно буду сейчас использовать его ссылку. Сейчас. Так, я ссылку скопировал, сейчас вставляю ее еще раз. Погнали. Отлично. Так, надеюсь, что оно все там сработало. Поехали регистрироваться. Так, что тут мы видим? Мы видим логин, e-mail, пароль, подтверждение, Telegram. У меня нет Telegram-канала. Ну, в смысле, связанного с трейдингом, нет телеграм-канала, поэтому его вводить я не буду. Значит так, я логин ввожу, e-mail ввожу, пароль, отмечаю, я не робот, и завершите регистрацию. Вы можете сделать то же самое. А, я так понимаю, вот партнер ID, это, наверное, тот партнер, по которому я перешел, скорее всего. Так, поехали. Итак, я зарегистрировался, здесь написано «Рекомендую двухфакторную аутентификацию», согласен с этим, но пока я это делать не буду. Кстати, в клубе инвесторов будет у меня видеоинструкция, как дальше тут все оформить. Я это покажу, двухфакторку покажу. Так. Сразу можно подключить биржу.
Давайте пройдемся, посмотрим, что тут есть. У нас есть биржи и сделки. Так, биржа, алгоритмы, история сделок, монеты, финансы есть, пополнение счета. Какое у нас есть пополнение счета? Кстати, по поводу пополнения счета. Сюда, о, уже и сделали пополнить криптовалютами, написано. А раньше у них не было пополнить криптовалютами, сейчас уже смогли сделать и это. Это хорошо. А вот Яндекс деньгами еще можно пополнить. В рублях и будет зачислено. Так, сколько пополнить, это тоже мы сейчас будем разбираться. Но до пополнения надо подключиться к бирже. А к биржам можно разным. Так, давайте посмотрим биржи. Так, тип биржи. Вот, Binance, Huobi, OK и KuCoin. А в принципе, я советую вот эти две биржи. Binance и Huobi. А, на мой взгляд, более стабильная, конечно, будет биржа Binance. Но все зависит от того, чем я хочу торговать. А если я буду биткоином торговать, то тут они говорят, что для успешной торговли нужно, ну, прилично так денег. Ну, давайте сейчас вот я вопросы-ответы, частые вопросы. Вот. Да, кстати, сразу озвучу по поводу пирамида. Вот они сразу отвечают, что любая пирамида, она принимает деньги и хранит их. Они не принимают деньги, депозиты хранятся у вас на бирже. Они здесь не хранятся, но деньги сюда надо все равно вводить, в эту структуру. Они будут вычитывать с прибыли. То есть 50% прибыли вам отдается, 50% прибыли себе забирается. Так вот, они забирают, ну, постоянно вычитают именно с этих денег, потому что они не имеют доступа к деньгам там, на бирже, поэтому приходится именно вот такой вот ход конем делать. Ну, я считаю, это правильно, чем они будут иметь доступ на бирже и оттуда вычитать себе проценты. То есть, вот тут есть единственный нюанс такой. Так, ну, давайте сейчас. Вот как раз то, что я говорил, для чего нужно пополнять счет. Пополнение счета нужно только для списания комиссии сервиса за прибыльные сделки. Так, важный момент. Здесь есть вот написано, как можно проверить, работает или нет этот сервис. Это вот частые вопросы. И сразу вот как правильно убедиться, что сервис работает и приносит плюс, а не минус. Вот здесь вы почитаете. Здесь они рекомендуют 0,06 BTC ставить. Это почти $600. А если вы посмотрите в эфире, то это тоже где-то около $600 плюс-минус. Один эфир, короче. А если в долларах, то это опять пишут около $600. То есть они говорят, от 600 до $1000 надо вкладывать для того, чтобы нормально протестировать. И я их понимаю, потому что если уменьшать риски до минимума, то, как я всегда говорил, надо торговать меньшей частью, а не всей котлетой. И поэтому у них там вот распределение рисков идет. Ну, оно заложено в роботы. Это я считаю правильно. Единственное, что для теста $1000, ну, я лично не отношусь к таким людям, кто может на $1000 тестировать. А если вы можете, пожалуйста, вперед. Поэтому есть еще один вариант, который мне кажется более интересный. Это я хочу приумножать определенный альткоин. То есть прибыль будем тогда считать не в биткоинах, вот как здесь. Тут можно в долларах считать прибыль, если вот, вот этот способ. Если в биткоинах, как тут написано. Но мы в альткоинах можем увеличивать. Так, альткоин, вот, определенный альткоин. И здесь они говорят, если мы вкладываем какой-то альткоин, в альткоин деньги, то это где-то, они минимум говорят, $200. Ну, плюс-минус, в зависимости от курса, естественно. То есть 0,02 BTC. Вот это мне лично подходит. А, понятное дело, что тут рисков будет больше, поэтому они просят поставить 0%. Процентов, то есть ручные настройки сделать 0%. Короче, я советую попробовать именно, если для пробы, тех, кто не может $1000 вложить или 600, как они говорят, минимум, то попробовать вот поиграться с альткоином каким-нибудь.
Я считаю, что это вполне неплохо, тем более, что на Binance очень много есть альткоинов, и можно выбрать тот, который вам нравится, и в который вы бы и так вложились в плане холдинга. То есть вы бы вложились и ждали, когда он вырастет. А тут вы еще и поиграетесь с ним. Я считаю, что это неплохо. В принципе, можно так поступить, и, наверное, я так и сделаю. Я буду как раз через альткоин входить. А поскольку у меня уже на Binance есть деньги, то, естественно, я буду пользоваться Binance. Там уже есть эти деньги, без проблем я в тот альткоин переведу их. Ну и еще часть денег надо сюда забросить, на сам сервис. Так, ну, в принципе, все, думаю, понятно. Сейчас я буду вводить деньги и продолжим. Ну что ж, я пополнил счет. Подробности есть в клубе инвесторов, как я это все делал. Я пополнил криптовалютами, там сделал небольшую ошибку, но это разрешится потом чуть позже. Яндекс деньгами проще получилось, вот вы видите на балансе деньги есть. То есть вот эта вот сумма, она еще добавится к вот этой сумме. Это то, что касается пополнений. Также я запустил уже, давайте нажмем биржи сделки, вот алгоритмы. Это как раз наши боты запущены. Я работаю сейчас с Cardano, решил так сделать, потому что это будет дешевле. Более рискованно, конечно, но дешевле. Вот я решил работать с Cardano, работаю на Binance, алгоритм волны запустил, там можно разные, но в данном случае лучше его запустить, только один. И, как видите, сейчас запущен этот бот. Какие результаты? Посмотрим. Понятное дело, еще никаких сделок нету. Они будут позже. Эти сделки будут на самой бирже. То есть вы сможете и на бирже смотреть эти сделки, и здесь. Ну что ж, по статистике обычно заработок там от 0,5% до 3% в день бывает. Бывает и меньше, но это как повезет. А я предполагаю, что у меня, наверное, будет не больше, чем 0,5% в день, потому что я выбрал вот такую вот стратегию с альткоином. Если через BTC, там проще, потому что там торгуется с разными альтами, но там надо $1000 вводить. Ну, от 600 до $1000 на баланс. Не сюда, не на сам сервис, а именно на баланс самой биржи. Я считаю, что для эксперимента надо начинать с малого. Поэтому я начал с $200, ну там чуть больше получилось. Где-то так, в районе $200. Это там на балансе у меня. Ну что ж, на мой взгляд, проект интересный. Спустя 2 недели посмотрим, какой будет результат. Потому что разработчики говорят, что где-то в течение 2 недель обычно виден результат. С чем я могу полностью согласиться, потому что действительно должно пройти, ну, такое ощутимое количество времени для того, чтобы успеть провернуть какие-то операции. Это все мгновенно не происходит. Тут скальпингом никто, похоже, не занимается. Тут более такие вот фундаментальные алгоритмы применяются. Еще раз повторю, что ссылка есть в описании. Тех, кто захочет самостоятельно работать, пожалуйста, отрезайте реферальную ссылку. Я поэтому специально оставляю ее открытой, кому как нравится. А кто хочет, может перейти по реферальной ссылке, потом указать свой ник на почту. И вам будет дана ссылка на клуб инвесторов, где есть подробный разбор, как и что делать. Плюс, поскольку это у нас торговля с роботами, то тут есть много нюансов по поводу роботов, как с ними работать, как делать так, чтобы они были максимально эффективны, потому что надо какие-то включать, какие-то отключать, стратегии разные применять. Просто пустить все на автомат, я считаю, что это неправильный подход. Хотя разработчики говорят, что можете просто пустить на автомат. Но, на мой взгляд, это неправильный подход, потому что не могут боты настолько быть высокоинтеллектуальными. Плюс боты не разбираются в психике как человеческой, так и толпы. И новости тоже боты не читают. Поэтому
Я считаю, что человек все равно должен управлять ботами, и надо понимать, как это делать. Но об этом уже в клубе инвесторов. А на этом у меня все. Зарабатывайте. И в качестве постскриптума небольшое дополнение. Я на следующий день стал монтировать видео и решил посмотреть, а что же происходит у меня на счету. И здесь я увидел, что мне начислили бонус. И я вспомнил, что рефер может начислять бонус. Но дело в том, что я пока не могу, потому что у меня нету... Там какое-то количество нужно, чтобы пришедших было. Тогда вам открывают дополнительно еще там одну какую-то кнопку, что вы можете начислять... тем, кто приходит по вашим реферальным ссылкам, еще бонусы. А дальше, что еще хотел отметить? Биржа и сделки, история сделок появилась. То есть, наконец-то пошла торговля. Сейчас я покажу вам. Вот, мы видим, пошла торговля. А тут у нас пошла продажа, пошла покупка. Сейчас выводы делать глупо. Я уже говорил, что это надо спустя 2 недели делать кое-какие выводы. Потому что это все, ну, длительный процесс на самом деле. Вот у нас на эфиры, смотрю, идет обмен на биткоины. Прикольно. А теперь давайте проверим, действительно ли это идет продажа или это нас разводят. Мы можем же зайти в кабинет и посмотреть. Итак, зашли мы с вами в личный кабинет на Binance. Давайте посмотрим историю сделок. Действительно ли у нас были какие-то сделки. Да, реально. Вот, продать-продать, купить-продать-продать. Здесь у нас обмен на BTC, на эфир. Все точно так же, как там в кабинете. Нас не обманули. Реально идет торговля. Действительно, боты работают. А насколько успешно или неуспешно, это мы еще увидим. Еще раз повторяю, что успешность зависит от количества вклада. И успешность зависит от ваших действий. Все равно, когда дело связано с роботами, все равно надо вмешиваться. Это лично мое мнение. Еще забыл упомянуть, что нельзя вкладывать последние деньги. Всегда то, что касается торговли, на трейдинге своими руками или роботами, или еще как-то, и вообще любых инвестиций, то, что касается, всегда надо распределять риски. Всегда надо чуточку туда вложил, чуточку туда, чтобы не потерять, потому что везде есть риск. Нету ни одного дела, где вы можете много заработать, чтобы там не было риска. Чем больше можете заработать, тем больше риска. Чем меньше можете заработать, тем меньше риска. Именно поэтому работа на заводе не принесет вам никогда столько денег, сколько инвестиций в какие-то там супер-мега рискованные проекты.